понял. Ну хорошо. Как играем? Так, Серега, поддержка, авиация. Понял. Дельфин с ящером. Идете налево. Дельфин идет на... Блин, опять на школу, что ли? Можно на лес, а? Дельфин идет с первой по третью, ты, ящер, идешь с первой по конец, но тебе дельфин помогает. Так, киллер. Идешь, короче, на... от седьмой по край карты, короче, в поляну туда и лес, вот этот угол. Рауль, you take point 5 and point 6. А, кстати, Тимош, я там пробовал... И я на центре. На Урскую озеленить. Ну, кстати, да. Летний сделать вариант сделать? Да, сделать летний. Я зимний делал, и на нем никто не играет. Ну, блин, Санч, у тебя там был вервиглазный снег, который очень сильно в глаза. Ну, бьет. Слушай, как это самый темный зимний, один из самых темных. Там погоду надо другую просто поставить. Потому что если там будет нормальная погода, то там нормально можно будет играть. Ну, я французов возьму, чё. Я очень надеюсь, что лагать не будет. Центр, да? Санчес, еще раз, какие точки? Центр, райт, Рауль. Санчес, еще раз, какие точки мне? Прям кинь метку. Рауль, you point. Okay. My marker, yeah. Тимош, я еще возьму топливо. Короче, смотри, от ямы, дельфин, это тебе. Понял. Вот. По вот этот маркер. Я понял, понял. А я что, французов взял? Блин. Французы ничего. Да, да я хотел противотанковую привет, поддержку. Привет, снайперы. Снайпинг наше все. А ты, Санчес, где? На центре. Центр. Да, в принципе, так, там... Симош, я тебе сейчас отдам бензовоз. Ой, как хорошо, и не лагает, прям вообще. Я же сказал, Санчес, блин, хост. Это просто со мной всегда... Ай, блин. Ладно. И фокус не удался. Факир был пьян, фокус не удался. А, ребята, что за этот транспорт слева? Кто-то приехал? Да это мой. Просто это убил. Я его сделаю все-таки. Я тебе сейчас отдам там одного пехоса. Да мне кто-то что-то уже передал. Ну это бензовоз, я просто тебе его... Он пустой пока. Да я все, я сделаю, мне не надо пехи. У меня есть. Забей. Ну смотри. У меня есть, все нормально. Спасибо. Так, яму не знаю, успею, не успею. И может тебе подарок в виде бензовоза. Ну, залейся тебе. Хорошо, спасибо. Рауль, I try to stop enemy. Да, да, да. А у нас бот тут терпимый тоже пошел. Жень, тебе главное занять яму, не пускать их. Следить за ямой всегда. Выбили, каких-нибудь бомжей накидал. Санчес, я в курсе. Не мешай пока. Пожалуйста, не мешай. Так, право очень хорошо сейчас продвинулись. Да, слева не могу двигаться. Надо не стойте на месте, онлайн-киллер, вперед! Так я пытаюсь. Тут же никого нет, у них же нет еще. Я вижу. Тимош, я пока занимать дальше не могу. У меня да не можешь и не надо, ладно. Че я требую? Так, да, тут уже, да, тут уже враги. Главное сейчас право занять, а там хоть трава не растет. Рауль, try take this position, окей? Да. Не пожалею, но этот я возьму. Эту фиговину. Ребят, может так. Кто-то пулемет вышибить? Пока нет, но скоро могу. Блин, а чё не попадает? Батаркаще. Фу. Зараза. Меня чуть не убили. Сейчас будет ПТ-шный тигр. Через минуту.
прилечу сейчас. Так, ПЗРК готов. Ребят, я заметил, если ты больше экономишь, ты хорошо себя чувствуешь. Так, вопрос налево от... нужна помощь. Ящеру. Блин, чем? Пока... Это где-нибудь сашит? И направо тоже. Руль. Или кто там? Да. Ящер, попробуй... киллер, попробуйте занять точку. Я просто пока особо тоже руль, не могу... Руль, try to take this point. Мой маркер. It's already taken. А, окей. Good. Блин. Вроде так близко, но при этом так далеко. Вот, да, ящик. Это хорошая идея очень. Только не приближайся. You can help me. I try push here. Да. А, он по моей этой работает. Так, я пошел вертолетом на центр. А, да, пулемет надо выбить. И видишь, от моей метки камень справа. А, Димаш. Чё, камень? Я не вижу, где... Метка сейчас на центре мигает. Метку ставь. Вот, здесь пулемет. А, там ПЗРК. ПЗРК левее от метки метров 30. Санчес, быстрее, метку. Здесь ПЗРК. И авиация. Блин, ну... Ребят, самолет. Забей, я не полечу. Минирование. Я не попал. Майнинг. Нет, Санчес, я туда не буду летать. Уже все, спасибо тебе. Сбили? Конечно. На ПЗРК меня послал. Ну, слушай, я в последний момент его увидел. Вертолет. Сейчас ты будешь с вертолетом разбираться сам. Потому что я уже ничем помочь не могу, у меня авиации теперь уже нету. А у меня там были ЗРК на вертолете. Так, ну у меня тоже есть. Если что, я попробую сбить его. У тебя есть ПЗРК? У меня есть, да. Ну, так а вот да. Где они? Сюда они... вот их поставь и пускай. Maybe I can't destroy him because I am too. Значит, он так тебя сейчас перенесет. Опять лагает. Хотя и не так жестко, это уже хорошо. You have anti-vehicle... I have. Пошло по вертолету. Сбит. Отлично. Да, слушай, сейчас они стали лучше падать. Красивее. Да, да. Чё, в смысле красивее падать? Ну, не как этот топор, впавший в воду. А, окей. О, ко мне бот приехал, прикольно. Так, у них артиллерия добавок. И две поддержки. Артиллерия, шми. Ясно, танк. Атак ми. Ребят, повторяю, у них две поддержки, пожалуйста, осторожно. Принято. Тимош, короче, смотри, тебе надо очень аккуратно, не распыляясь. Я к тебе не полечу больше, не, я полечу на правый фланг. Ко мне не надо, у меня гепард и ПЗРК. И они набрали радаров уже. Ой, уран девятый. Где уран девятый? Хотя нет, придется вот следить. Окей, Рауль, you have position, you can defend. Пошло по вертолету. Да. Окей. Сбит. I try to buy some tanks. Второй ПЗРК мы отработали. And we can maybe try at push position. Блин, только он мне ПЗРК убил. Печально. Чё бы ты живой еще? You have hard vehicle tanks. What do you need? Okay. What do you need? Чё тебе надо? No, no. You have tanks. You can defend. Because we try pushed, we have light vehicles. How BMP and. Так, нормально. Две машины противника уничтожены. Но... Какая потеря? Ты знаешь? I try take risk.
Second, Timosh? Timosh, радар у тебя стоит на месте. What can hit me here? Like, I hit, can hit like grenade launcher. Hit me so far away. It's cluster shells, some kind of cluster shells. Я тебе вообще говорю. О, sorry, not. No, it's я mine. Я уран выбил. It, you have lots of mines хорошо, here. Это хорошо, Тимош, ты меня услышал, у тебя РВС на... Подожди, press C and look at. Sorry. Да я слышал, я тебя понял. Сейчас я все сделаю. Блин, я не успел отработать. Я успел. Ой, блин, я вообще-то не специально, но это было красиво. А куда ты, папа, в грузовик? В грузовик с боеприпасами. Нерку, а потом в грузовик, да. Я вообще не туда целил. Я бы целился по БТРу, но попал, как попал. Люди, я буду ждать и копить. Привет тебе, Тура. Это не от Тура, от... там робот. Это Тура, вот он. I think maybe I buy tanks or I buy some vehicle. Куда у меня летят лучи фугасы? Че за приколы? What you need here? Tanks or people? I don't know right now. I can no, I can get infantry. You get tank. Okay, I take Leclerc. Да. Enemy aviation. Не успел уже. It's mine placer. Где но ПЗРК вас... по нему пошел. Сбил. Есть. Повредил. Поврежден. Я его не сбил, он повредил. Ему пофиг, он не остановит. Ну извините, но что-то если гидросистема снесет, что он не сможет минировать больше. Do you want me to destroy enemy radar? Блин, а второй ПЗРК мы убили. Critical. Destroy what? Мне второй ПЗРК убили, он, кстати, упал. Отлично. У меня один ПЗРК пока, мне второй убили. Так, ладно, я не могу ждать особо, я буду кабами бомбить их потихонечку. Санчес, мне нужно что-нибудь? Налево что-нибудь нужно? Метки, а, пожалуйста. Я сейчас... Я на центре. А, вижу гаубицы. Помоги там ящер или кто там, а вот здесь у вас очень слабенько, там полтора пехотинца держит. Я ты вижу, я сами. Танк туда подвожу, мне пехота бы не помешала. Ну да, я дельфину говорю, дельфин с тобой, как бы пусть он тебе помогает. Ну так чем со мной там? Этот, я же спрашиваю. Я-то на центре. Со мной не... Рауль, if you need help. Вертолёт, no, infantry. Я попытаюсь подлететь. Infantry. А, его сбили опять. Take my infantry. Чё-то Димка все потерял, подожди, рад. Меня чуть не сбили опять. У меня гепард, если что, здесь. Тимош, а БПЛА актуален? БПЛА нет пока. Смотри. Руль, I take it my present, yeah? Yeah. Thank you. Thank you. We have enemy drone. Yes, yes. I won't say. Лево, чем помочь? О, порта. Тим, есть один кап, что радару, твоему радару. Твоему радару работает. Да хрен с ним, что я сделаю? Навести его. Я, кстати, сейчас засветил. Там две поддержки, мне ничего особо не светит, ни радар, о, ничего. Танчик. А танчик мы сейчас привет устроим. Стационарные цели могу уничтожить сейчас одну. Не попал? Нормально. Это ИИ его убил. We have drone. Нифига себе ИИ дает. Not look. Я говорю, ИИ просто вообще уничтожает. РЛС. Че? Ну я по свечу полетаю. Давай. Я, скорее всего, легкими кабовозами буду спамить, потому что, блин. А, не кабовозный, я следующий ПРРник будет. То есть в основном у нас будут кабы. ПТ не будет. Ладно, пока не нужен. Вроде. Yeah.
Я сейчас пехотки подкину. Watch out, watch out! Good. What happened? Nothing, Sanchez Gippard. Yeah. Oh, okay. I save it. Да. О, какой-то давно пропал звук. Ладно. Так. Вертолет, внимание! Где? У меня все еще ПВО нету никакого. Почти. Ну я взлетаю там, все равно, ладно. Я успел заправиться. Откуда АГС? Не понял. Так, лечу на перехват вертолета, готовьтесь. А, Фигли, он меня видит. Блин, ПЗРК пока блик. Две поддержки им не помогают, мы в наземке их делаем. Ну посмотрим. Блин, сейчас. У меня ПЗРК разряжен. I can't find drone. UAV, слышишь, да? Ты можешь? Yes. У меня нет ПЗРК. I see drone, yes. Ah, you have see, okay. I will try to intercept it. I know, I tried to get it. I just was wanted to ask if you have radar. I find him. Got. Okay. You see, on left side. Ah, okay. Then I'm not flying. Just wanted to know if you have radar on right side. They have a helicopter, so I need to walk on it. Да, да, да. Гранату кинь сюда. It's very dangerous. Can you help me against helicopter? Yes, yes, I'm here. I'm waiting. Да. He will. But yeah, they see me. They have a radar. Well, that's good anyway. So you're scare them away. Your job is to make them. Yes. Be useless. Мне надо минак притащить или что-то подобное. Так, минак на центре вижу, ну как там с ПЗРК? Там их много. Ну я летаю, могу отвлечь на это там около. Тунгуск. Right side? Тунгуск, это печаль. Yes, we have helicopter. I still have. Mistral is ready. Mistral not ready. I need some point. No, my Mistral is ready. Okay. I have what I have. FIM 92 Stinger. Да, all okay. Thank you, thank you. Блин, зараза. Good. Good job, good job. Упал вверх, да? Да, упал вверх. Oh, they kill my soldier. Блин, мне трак сбили, конечно. Do you need infantry? No, I have infantry. Have soul. Санчес, осторожно там с танком. Я ничего не могу сделать сейчас, пока, чтобы тебе помочь. Танка? У меня нет танка. А у кого там на центре танк работает сейчас? У меня. I need more soldiers. Но он меня на русле, мне все равно, как бы, хана. БТРК самоходный, справа. А, я не могу дымиться. Мне помощь не готова. О, я его выбил. Вот. У меня на гусле, но работает хорошо пока. Ну ты бей, ты там можешь еще много чего выбить. Не, уже не выбью. Ладно. Авиация, внимание. Thanks. Штурмовик, работаю. Пытаюсь. Не успею. Сейчас миномет погасим. Так, Тимыш, я пока не могу особо там ничего сделать, потому что у меня надо будет эту тунгуску выбить. Я сбит. Ну, ладно. Зеркали идут. Будем ждать ПРР. А нет, самолет летит, походу. Летит. Будем ждать. Я пока я не могу. Я не могу, не успеваю пока. ПЗРК готовьте. Заранее. Тима, за БРДМ-ка уничтоженный ПЗРКшник. Здесь ну это хорошо, но блин. Я до миномета почти доехал. Но он плохо там. Плохо? Это легкий, он особо не. Берия где-то там. Мне нормально. Raul, prepare your main pads. Plane is here. I can't intercept it right now. Ich
Я попробую помочь, ребята, я вам гепард туда кину. Мне минак нужен, блин, я не могу накопить. Thank you. Oh, team, Sanchez, yeah, mines. UAV, yeah? No, mines. Тимош, не летай так. И там все еще по ЗРК, да, да, сидят? Да. Они вот здесь, в окопах. Я тебя понял. БПЛА сбит. UAV destroyed. Thank you. Oh, sorry. Your guy is too destroyed. Yeah. Watch out. Наверх все. Yes. Сбил. Тебя сейчас как... БМП, я помогу, я сбил скромса. Ребят, очень много ПЗРК везде. И получается летать. Пожалуйста, ну ищите как-то их, вбивайте. Я пробую, но... И хотя бы сами свои имейте, чтобы я не пытался на вот таких вот торнадо летать вблизи линии фронта. Если дальник, если на дальник сейчас не накопить, то так и будем вот падать. Да откуда падает-то стреляет, блин? Я дальше буду копить. Касай. Не пойму, откуда то ли АГС работает, то ли че. Слушай, ну я его как минимум, я его этот... Я его загуслил и поломал. Добивай его. Смог, слышишь, да? Хотя я тебе могу помочь. Ты кого взял? Немцев или французов? Я француза взял. Сейчас. Но, блин, я тебе сейчас помогу танчиком. Потому что у меня все равно там никто пока не лезет. Особо. Санчес, у тебя как по очкам, а? Плохо, я танк взял. И все, и пулемет еще дополнительный поставлю на всякий случай. Меня боюсь придется им отдавать поле. Смокер, бери пехоту, я тебя танком поддержу. Так очков пока нету. Ну вот копи на любую пехоту, хоть общую. Тебе надо сейчас общими держать. Да откуда какая мразь стреляет? А я тебе БПХ выберу. Отдам. Что? Поле отдам. Нельзя, ну, бери, там 4 точки. Бери пехоту. Я танком тебя поддержу. Любую, какая доступна будет. И все время надо 2 отряда пехоты, любой. Сиди и копи на пеху. Да, он ландкиллер, постоянно двигайся. Иначе он тебя убьет. Да, она мне стол выбила. Ну да, все, сваливай. Уходи. О, я прорвался. АГС. Поддержки не будет. Вертолет там. Да, you see. Легкий, да? Да, легкий. Слева вертолет. Мне его нечем сейчас перехватить. Я буду копить на нормальный что-нибудь такое, нормальное. Используй ПЗРК. Санчес? Yeah. Can you, Тима, sorry. Can you try to get... Unfortunately, no, I don't have any... It's artillery. Yes, okay. I won't pass. They have lots of man pads. Okay, they have two. My gun is broken. My gun is broken. You need to try to retake these positions. Yeah. We have from 4 to 6 points here, and they are easily available for us. Well, okay, you are. Ребят, мы где-то что-то упустили, а мы в поле упустили. Право, но мы не сидим. Смокер, я коплю на пеху, но ты тоже копи. Я сейчас коплю на пехоту, я буду сейчас окапываться. Что танк у нас есть. Сейчас я пушку починю и нормально. У них ахта накрывает. Ну что, ну и что, а где она? Смолочь. Так вот, в углу я Рауль подсвечивал. А, ну я попробую туда. Я могу взять экстренно только не отряд. Не надо. Ладно. Да блин, откуда меня прилетает, что я не понимаю. Слушай, тебе надо куда-то подальше уехать. Дальше? Да. Он тебя достанет. Лево, ПЗРК, вот где? На убили. Есть у меня ПЗРК. А, у меня здесь, Тимош, если что, сюда веди. Прикинь, я туплю, я думаю, что взрывается? Это мины. Это Касси. Вот моя ПЗРК. Может, справа все-таки мне вертолет взять? Там совсем ничего не осталось. Да, не выйду. Нормально все. У них все.
Мокер, на, возьми мне, потому что не будет времени распределять. Димаш, я не могу ничего сделать, мне выбили пузырька. Я тебе ну, вторую... значит, иди. Ты понимаешь, у меня машины пехоты туда едут? У меня истребителей нету. Ребят, ну хоть как-то справляйтесь с вертолётом. Dangerous. Dangerous. Alpha 3, yeah. No, окей. I can use I can take helicopter for right side. No. If you really need it. Отвали, скотина. Блин, мне понял. Ты что, истребитель брать ради легкого вертолета? Я сейчас возьму этих ПЗРКшников. Не надо. Жень, сюда ПЗРКшника кинь. И БТР остановите. На... БТР. Да я вижу БТР. Подожди. Я пытаюсь накопить на истребитель с кабами. Самое то, что нужно сейчас. Мы что-то упустили свой приказ. Да алло, блин, чё он мимо-то стреляет, тварь? Рауль, incoming helicopter. Да, yeah, sorry, it just is... I tried to get there, just... Блин, я не... Ребят, откуда он проехал? Нечем пока. Слева, закрепите чем-то, гантомётчиками... Да блин, вырезали сейчас, подожди ты, я закреплю сейчас. Ага, мэн, пацки. How did nice. Overshoot target? Why did overshoot target, man? Sorry, who did it? Tau does not hit target, high explosive Tau. No, Tau B doesn't Tau hit target. Tau B needs to flies. Da, 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 but it does not anymore hit it. It does not anymore explode. Well, I need to review it. I did shoot at BMP and it just flew above it. Well, it's strange. It should work. You can write it as bug. Okay, I can try later again. Yes. Maybe it was just... Авиация. I just had... Yeah. Легкие поддержки. Мне точно... Maybe I need to... Слушай, нам ПЗРКшников надо, вали ПЗРКшников. Нет, все хорошо, Тимаш, на правом фланге более-менее. Хорошо, ладно. Мы восстановим. Слышь, Смокер, бери ПЗРКшников. Я уже взял и машинку из свети. Просто я хочу накопить все-таки на нормальный самолет. Мобильная едет туда по заказчику. О, хорош, good. Nice. How is damaged? Так, либо была противника над вами. Только я его не вижу, потому что у меня радар такой, не такой. Вот мне, конечно, вовремя пехоту подсутили. Подсуетил, и самое главное это ПТ-минеры. Блин, вот к ЗРК у меня еще не прибежать. Я сейчас выбью его. Я КД просто. Проблема в том, что он меня выбил ПЗРКшников, и они у меня еще не прибежали. Я в дерево попал. Ребят, БПЛА надо сбить. Окей, I destroy him. Maybe I, maybe you. Авиация. Ну блин, может я возьму истребитель все-таки? Смотрите, ё-моё! Вы, о, видели этот прикол? Да, классно, еще добавь туда, там раненые. Фугасик-то французский-то, а? Сань, сможешь добавь. Еще есть. Теперь мертвые только. Че мне нравится? Нормально же общались. Ребят, мне подсветка нужна, я слепой, я не хочу без света ехать. Блин, ну мне пока нет возможности. Да не тебе вот, говорят. Отлично. Еще только сразу ракурс бейте. Он же живучий. Что, АГС? Да нет, это самолет. Бегут по ЗРК. Руль, ты take this tank movement and move forward. We need a recon for tank. Да. Sorry. Окей, okay. We have tank. Короче, экстренно доступен истребитель, вертолет, БПЛА, и САС. Я говорю, если надо, то доступен. Право отобрали, отлично, молодцы. Этот смокер, иди занимай, я ж тебе ББ так спеху. И, ребят, у нас уже 900 очков, поэтому... Давайте я возьму все-таки... Я могу сюда подпушить. Что-то. Нет, она сваливается, значит, ты не успеешь. Забей на нам стул. Нормально. На центре стрела близко, если мог. Ай, Санчес, аккуратно, наш долбаные мины. Авиация опять, да? Мины. Я беру легкие поддержки, я... иначе он так и будет. Yeah.
Санчес, я тогда здесь попробую закрепиться. Enemy plane. Right plane. Yes, yes, I see it. Destroyed. Так, центр, есть управляемые бомбы. Миномет, где у нас? Пошел выбить? Нет, на миномет. Его выбить? Выбей, выбей. Если можешь. Потому что я миномет хочу выбить. У меня сейчас этот, спайк. Два миномета уже у вас. Как раз у меня две бомбы и два миномета. Ну сейчас стрела работает по ней. Блин. Пай. Enemy. Yes, I see. Стрела минус. Ребят, вот я их погонял, они не охренели, конечно. Так, спасибо. Один. Второй миномет, метку, второй миномет давай. Пока не вижу его. Один сдох, а второй вот я вижу. Санчес едет, гадость. Не уедет. Я бы не хотел спайка лишаться. Она поближе подъедет, тогда и выйди. Так, теперь нарами сейчас пройдемся. Enemy drone, right. Да, вижу вертолет, работаю. Хеликоптер. Есть, есть, есть. I'm here. Manpad's ready. No, manpad dead. I'm here, I'm trying to destroy it. Быстрее разворачивайте плечо. Сбит. А это можно? Дима, собьешь БПЛА, пожалуйста. Пытаюсь. Да, я тоже пытаюсь, у меня байка. Сейчас ракета кончится. Сейчас набираю высоту и долблю. Право у вас точка одна не захвачена, куть. Пехотинцы, пошлите. Да пофигу, мы уже выиграли, 30 очков. Единственное, Тимош, они трофей забирают, они его чинят. Ну, там поломана башня, там поломаны гусеницы, какие-то еще системы. Да, блин, че он там? Слушай, не могу сбить БПЛА. Слишком он близко. А мне очков не хватает. Ладно, хрен с ним. Законтрите. Поэкономлю на что-нибудь другое. Кету. Ни одна сила осталась. Времени экономить особо нет. Слушай, ты ломами за ящер зря, надо не ломами, надо крессами. Слева, чё за проезд? Первый снаряд просто был. А, ну тогда да, тогда да. Ну, ломиками через здание можно, видишь. Ах ты, да. Меня сбили. Но я что-то развалил им. Что-то типа БТРа или грузовичка. А, снабжение, ладно. Ой, как хорошо. Три ракеты, три цели. Учитесь. Сейчас отработаю. Тимош, теперь... Тимош, видел дот? Нет, не видел. А это дот. Рауль, if you need infantry. You can help with your infantry, да. You can come here. Ah, okay. Win. Good job. Nice.